Опять пошла закапываю, да? Нам закапывает, закапывает. Оп, 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 оп. Нет у меня орешка. Все, все забрали. Вот она бежит. Иди скорее, иди. Иди, иди. Иди бери, не бойся. Ой, ты мой хороший, бери. Ой, ты моя хорошая. Но они почему-то закапывают орешки. Они не едят, а они закапывают их. Как будто делают клад на зиму, что ли. Закопала, еще заодно идет. Эй, привет, привет. В общем, мы вышли погулять в парк, пока солнышко, пока нету дождей. А тут бельчата у нас прям ручные. Мы их орехами кормим. Подбегают, лапками своими берут, так аккуратненько с ладошки. И закапывают орехи, видимо, какие-то делают запасы себе на зиму. Да, бегает вокруг меня, даже не боится. Их тут много-много. Такие они смешные, классные. В общем, пока гуляю. О, вторая бежит. Сейчас мы поснимаем немножко их. Девчонки, всем привет! Я уже пришла на маникюр. Сейчас пойду подниматься уже к своему мастеру. На улице у нас какой-то прям холодеу и дубел, по-другому не скажешь. Колоту 10 градусов. Бабьего лета, мне кажется, уже у нас не будет. Я думала, где-то в октябре нас еще порадует погодка. Но что-то не похоже. Очень сыро, очень холодно, ветрено. Так что я думаю, что мы в пролете с бабьим летом. Так, иду обновлять маникюр. Отросли уже ногти очень-очень сильно. Не знаю, пока что буду делать, но буду однозначно снимать длину, потому что мне нужны коротенькие ноготочки. Я сейчас занимаюсь собой, так скажем, самомассажем, и мне нужны коротенькие ногти, иначе я этими длинными впиваюсь в себя. Мне приносит это некомфортное ощущение. Расскажу вам, наверное, чуть попозже. В общем, в новый марафон я вдарилась и оздоравливаюсь. Вот, но об этом я чуть позже вам скажу. Так что сейчас схожу на ногти,
Потом покажу вам уже результат, что сделала. Какая у вас, кстати, погодка в вашем городе? Потому что вот смотрела, хоть у кого-то еще было тепло, а до нас тепло так и не дошло, к сожалению. Печальненько. Смотрите, тут в подъезде как красиво. Столько цветов. Заходишь, и уже глаз радуется, правда? Я заранее даже не смотрела, что там у меня как. В общем, сейчас буду выбирать цвет. На улице влажность, хоть и вытягивалась, а все равно волосы вьются. Ничего тут с этим не поделаешь. Вот это и плюс, и минус волнистых волос. Держатся локоны без всяких там средств. Но если захочешь во влажную, в такую-то, точнее, в сырую погоду выпрямить волосы, ничего не получится. Я пришла с маникюром. В первый раз за все время, что я делаю покрытие, я сделала красный классический цвет. Я давно на него смотрю, но что-то как-то все время меня останавливало. В общем, решилась. Думаю, сейчас осень как раз самое время. Вот. Без всякого дизайна. Сменила снова форму на мягкий квадрат. Что-то пока миндалька мне поднадоела. Ну, похожу сейчас, вот в следующий раз уже буду делать что-то более спокойное вновь. Ну, в общем, такой классический красный, очень красивый, насыщенный цвет. Ну, когда-то все бывает впервые. Любите красный цвет на ноготках? Для меня это очень непривычно, очень ярко, но зато достаточно интересно. Вот, в общем, обновила маникюр. Всем большой привет! Ну что, прошу любить и жаловать, как говорится. Встречайте меня в новом образе. Девчонки, не стала никаких интриг тут снимать, даже не стала снимать, что было до и что стало после, потому что это совершенно спонтанная была такая идея. В общем, увидела цвет волос, поняла, что все, я хочу сейчас быть такой. Позвонила своему мастеру, говорю: Света, нас ждут изменения. Я хочу стать из блондинки, стать брюнеткой. Она, конечно же, этому не удивилась. Она знает, какая я обзикнутая в этом плане на всю голову. Вот, и она этому не удивилась, она единственное только сказала и предупредила о том, что, Кать, ты все-таки понимаешь, да, что если тебе в дальнейшем захочется снова перейти в блонд, это будет, ну, не за один раз. И все-таки надо учитывать, что качество волос, наверное, пострадает. Я ко всему готова. Мои волосы уже столько экспериментов на себе испытали. Я их уже, так скажем, не раз таким экспериментом подвергала, но, в общем, все нормально. Вот, и я пошла, перекрасилась, просидела, да, тоже 4 часа у мастера и вышла в новом образе. Мне сейчас очень комфортно, мне нравится все. Уверена, что сейчас мои зрители разделятся на два лагеря. Это обычно всегда так бывает, когда одни говорят, что, блин, тебе так классно, темненькое это быть твое, светлый вообще не твой цвет, а второй будет говорить: нет, темный тебе не идет, он очень тебя взрослит, там или еще что-то, светлый это твой цвет, там он тебя делает более нежный, да, такой более какой-то тонкой натурой, а тут темный такой все-таки другой совершенно образ. А у каждого свое мнение, я, ну, как бы спокойно к этому отношусь, и так как вы считаете, ну, так для вас, наверное, просто ближе, вы меня так в таком цвете просто воспринимаете лучше. Вот. Но изначально и по природе я-то сама брюнетка, и это потом только начались у меня эксперименты с волосами, и мне захотелось осветлиться, и мне захотелось более светлого образа. Ну и плюс, когда седина начала появляться, тоже, наверное, было как-то удобнее в этом плане, что в светлых волосах, да, не так сильно заметна седина, как на темных волосах. И я, кстати, вам могу точно сказать, я отследила этот момент, что после того, как я переболела ковидом, седины у меня прибавилось. Немало, кстати, прибавилось. В два раза больше ее стало точно. И это, к сожалению, никак не изменить. Вот. Очень многие в последнее время меня спрашивают про исвицин. Вот давайте сразу тоже в этом видео отвечу на этот вопрос. Девчонки, исвицин я использовала, да, вот в течение лето, то есть сколько там, месяц-два. Сейчас в сентябре, уже в октябре я не пользуюсь им, но на тот период, когда я им пользовалась, у меня действительно перестали лезть волосы. Я и тогда, в принципе, с этой задачей и покупала исвицин, чтобы убрать вот этот вот волосопад,
как его можно назвать, в общем, линька, чтобы прекратилась. Когда жутко лезли волосы, меня он спас, реально. То есть вот месяц я точно пользовалась, потом я уже второй месяц пользовалась, но не так часто, не так регулярно, как это было в первый месяц. Но однозначно после него волосы перестали лезть. Вот таким количеством, как у меня лезли до этого, больше не было. Сейчас выпадают волосы, естественно, да, это как бы нормальное явление вообще, чтобы волосы хотя бы в день там 5 штук у вас выпало, то есть это ничего страшного. Но вот такой активной больше линьки у меня не было. Поэтому вот кто спрашивал, могу 100% сказать, что препарат рабочий, и вы можете спокойно им пользоваться, покупать. Многие в отзывах читала, писали о том, что седина убавляется, да, то есть не то, что убавляется, ее становится чуть меньше. Я вот насчет конкретно этой задачи в своем случае не увидел никакой разницы, то есть у меня седых волос меньше не стало после него, но вот то, что волосы больше не лезут, это факт. Вот, и сразу отвечу на вопрос, который 100% вы будете задавать после этого видео, какая краска и какой номер. Краска, которую меня красит мастер уже очень-очень долгое время, вот все, что время я к ней хожу, она только работает на этой краске, это Schwarzkopf и Gora Royal. Оттенок 5,60. Я уверена просто, что будет действительно очень много вопросов насчет краски. Сразу также вас хочу предупредить о том, что цвет, да, который получится на ваших волосах, не дает гарантии, что он будет точь-в-точь такой же, как у меня. Потому что все-таки нужно всегда не забывать о том, какой у вас исходный цвет ваших волос, прежде чем вы будете краситься. То есть и мы красились на осветленные волосы, вот получился такой темный насыщенный. У вас может быть свои темные волосы, да, и покрасившись этой краской, у вас там может быть только слегка легкий оттенок какой-то будет, не знаю. То есть это все результат будет зависеть от исходного цвета волос. Вот, ну, краска, в общем, и номер я вам озвучила, чтобы уже потом в комментариях никому не отвечать. Так что я теперь в таком образе. Надеюсь, что для вас это не шок, и вы спокойно меня воспринимаете вот в таком вот цвете. Вообще, изначально же я свой канал начала вести именно в темном цвете. Я была брюнеткой, и, ну вот, как я уже сказала, да, по природе тоже я темненькая. Поэтому кто со мной давно, вы уже меня такой видели, я уже такая была. Я, кстати, перекрашивалась в такой цвет, но не точно такой же, но у меня был тоже темный, даже с чуть-чуть сливовым таким подтоном какой-то он, или с вишневым даже подтоном. Такой был темный с красно-сиреневым каким-то отливом. У меня были волосы, это было 3 года назад, это я точно помню. Даже мне Инстаграм напомнил уже о том, что у меня была тоже перекраска в подобный цвет. Потому что, девчонки, это все не новое. Вот. Надеюсь, что вы, как и я, воспримете меня такой, и не будет для вас это большим каким-то шоком неожиданным. Ну, у меня бывает частенько так по весне, по осени. У меня бзик какой-то начинается, и мне хочется изменений. Поэтому я всегда за этими изменениями иду. Если мне что-то захотелось, я это воплощаю в жизнь. Вот. Это что касается моих изменений в плане волос. Если у вас еще какие-то вопросы будут возникать насчет волос, то задавайте в комментариях, с радостью вам отвечу. По поводу ухода сразу скажу, из ухода у меня только шампунь и кондиционер. Даже маски сейчас перестала делать. Как вам новый образ? Как вам вообще мой новый цвет волос? Что скажете? С большим удовольствием почитаю все ваши ответы, ваше мнение. Будет очень-очень-очень интересно почитать и получить обратную связь от вас. Хорошего дня!
красивая, потрясающая осень. Прям вот золотая осень. Солнышко, правда, не хватает, уже скрылось. Но сегодня солнце было. Листвы здесь просто столько много. В общем, мы приехали к зубному. С мальчишками уже вышли от врача. У Максима все хорошо, а у Матвея не очень. В общем, Матвею надо сделать пару пломб. И сегодня мы один зуб вырвали. Ну, потому что совсем там все плохо. Лечить его не очень имеет смысл. Он молочный. Ну, в общем, короче, вырвали зуб. Потом пошли покормили уток. И вот сейчас едем уже домой. Максим уже отправился. Один домой уехал. Смотрите, как красиво. Ой, лепота. У нас в районе нету такого. У нас в районе всю листву сгребают, не дают вот так вот, чтобы листья лежали. Поэтому я сюда приезжаю, аж прям кайфую, наслаждаюсь этой красотой, этой осенью. В общем, едем домой. На следующей неделе сюда еще приедем. Уже будем кариес лечить, пломбу ставить. Но благо хоть не так все серьезно. Вот, если вдруг кто-то будет спрашивать, мы ездим в бесплатную стоматологическую поликлинику с детьми уже несколько лет, сюда прикрепились и ездим сюда. Нас полностью все устраивает, мы просто нашли своего врача, и все хорошо.